история длиной в 2 года. 7 апреля 2021 года была запущена «Живая очередь» или «Лифт Ми» — инновационный маркетинг, который никто не смог повторить. Движение продолжается ежедневно, принося самым стойким хорошую прибыль. Всего за эти 2 года в очередь было выплачено 542 миллиона 368 тысяч рублей. Очередь объединила 109 844 участника из 95 стран. Но пришло время писать новую историю. Абсолютно на других скоростях. Живая очередь 2.0 или Social Lift. Возможность, которую ты не имеешь права упускать. Маркетинг, которого раньше не существовало, инновационный и не имеющий слабых мест. Целая экосистема будет работать на твой результат 24/7. 3 источника активного дохода, 3 источника пассивного дохода, 3 внешних источника захода денег в систему, ежедневные розыгрыши подарков. А теперь внимание! Розыгрыш до 10 автомобилей Hyundai Elantra еще перед запуском очереди. Ты все еще сомневаешься? Сомнение — это убийца возможностей.